Акселерационная программа – это, по сути, усиленный бизнес-тренинг для молодых ученых и менеджеров по продвижению на рынок инновационных разработок. Елена Бурнашова, аспирант ВСГУТУ, вместе с единомышленниками разработала биологически активную добавку, которая на основе жира байкальской нерпы существенно понижает уровень холестерина. Я поставила по своей работе, научной работе, эксперименты на животных. То есть мы опробовали свою биологически активную добавку, которая снижает уровень липидных фракций. То есть это уровень холестерина, триглицеридов и липопротеин высокой и низкой плотности. Инновационная БАД запатентована и ждет инвесторов для выхода в промышленные масштабы. По словам приглашенных петербургских экспертов, в Бурятии немало перспективных инновационных проектов, которые могут приносить реальные доходы компаниям. При том, что разработка интересная, она годами не запускается на рынок, не запускается в компанию. А происходят некие очень медленные процессы попытки коммерциализации и так далее. Вот мы надеемся, что благодаря этому нашему мероприятию, собственно, процесс интенсифицируется, и нам удастся запустить ряд интересных проектов на территории Республики Бурятия, которые реально могут принести хорошие доходы компании. Акселерационная программа продлится неделю. Лучшие в декабре отправятся в Санкт-Петербург на инвестиционную сессию, где представят свои проекты реальным инвесторам. И не исключено, что некоторые бурятские разработки выйдут на мировой уровень. Сергей Соголов, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.